17 номер сборной России. Со штангой, облизав стойку ворот, мяч вкатывается. Издевательски для Марика Штеха. Ну как пробил-то, а? Играя на нервах и наших, и своих. Денис Щербак. 1-0 наша команда повела. Спасибо. И мы спасибо скажем. Какие у нас парни в этой сборной. Мы ими гордимся. Евгений Помазан. Улыбается Якуб Довлев. Шестой, по-моему, да? Угадал направление удара Помазан, но перехитрил его чешский футболист. 1-1. Показал движение вправо от себя Помазана, прыгнул влево. Но хороший был удар в верхний угол, и сложно было достать. Гаглоев и Вадим Никонов. Тезка бьющего игрока. Браво! Браво, Вадик! 2-1 в серии после матча в пенальти. Есть за что аплодировать. Нервы железные у этого футболиста. Как Добровольский так забил. Добровольский, который становился чемпионом Европы среди молодежных сборных. Вместе с Колывановым в этой команде. Гайденрах улыбается. А нет, это не Гайденрах, это Резник, наверное, 14 номер. Казалось, что 15 идет. Нет, 17-й, Петр Войнар. Интересно, у нас 17-й и 6-й начинали серию, и у чехов. 6 и 17. Давай, Женя. Выручай. Есть! Есть! 2-1! Помазан! Браво! Ой. Молодцы, ребята. Держимся. Александр Прудников. И на трибунах также стоят в обнимку болельщики нашей команды. Есть! 3-1! Молодец, Саша. Очень уверенно. Очень уверенно. Посмотрел, где вратарь. Увидел, что валится в левый от себя угол и под перекладину пробил. И это мастер. Это действительно мастер. И это команда. Мартин Голик, по-моему, 9-й номер. Ай-яй-яй-яй. Ну ничего. И опять полное совпадение. 17-й, 6-й, 9-й номера бьют у России. 6-й, 17-й, 9-й бьют у Чехии. 3-2 после трех ударов, выполненных каждой сборной. Роман Амирханов. Кричит сейчас Александр Прудников, чтобы не боялся. Амирханов смотрится действительно, может быть, моложе своих партнеров по команде. Защитник московского «Локомотива» устанавливает мяч. Не торопится, будет все нормально, говорит Прудников. Преждевременно укатился мяч.
И перебить надо этот удар. Еще удара раздался свисток. Не надо волноваться. Как легко сказать, не надо волноваться, а как не волноваться? Бей на силу. И забивается второй попытки Амирханов. 4-2. Наша команда впереди. Со второй попытки. Здорово. Здорово. 4-2. И если сейчас Евгений Помазан сотворит еще раз маленькое чудо. Оставим фразу незаконченной. Иди сюда, кричит ему Александр Прудников. Вот кому тоже можно было вручить капитанскую повязку, если в их команде было две. Глаза якобы довалило. 10-й номер. Томаш Нецит. Блин, разбег на силу будет удар. Может, не прыгать по Мазану. Сейчас. Ах, перехитрил. Как перехитрил, улыбается Довлев, потому что действительно это удар большого мастера. Несмотря на возраст. Знаете, менял траекторию, разбегался так, что казалось бы бить слева, а ударил справа. И подрезав мяч, перехитрил, к сожалению, нашего вратаря в этой дуэли нервов. Обнялись и тренеры, не только игроки. Кто у наших будет бить? 7-й номер. Каратаев, Евгений Каратаев. Молится наша команда. Да! Россия! Чемпион Европы среди юношей в возрасте до 17 лет! Они сделали это! Браво! Впервые в истории российского футбола наша команда завоевала континентальное золото. Какие молодцы эти мальчишки. Какие молодцы наши тренеры. Плачут чехи и бежит сейчас Колыванов. Вы знаете, никто не верил в команду по-настоящему, когда она еще попала в группу смерти на предварительной предыдущей стадии в Англии со сборными Италии, Англии и Болгарии. И оттуда наша команда сумела выйти с первого места. И сейчас, казалось, после такого поражения от Испании, когда наша судьба была в руках соперника, наши сумели выйти в полуфинал. Такие разные матчи, такие важные. И такую команду нам подарил вот этот человек вместе с Вадимом Никоновым. Спасибо тебе, Игорь Владимирович. Спасибо тебе громадное за все то, что было. Это жена, это Мона Колыванова, которая вместе с дочкой Игоря прилетела сюда поддержать свою половину, поддержать свою команду, свою страну. Мона ездила на предыдущие отборочные турниры и стала, похоже, счастливой приметой, счастливым талисманом для нашей сборной. Качают Колыванова, он заслужил. Завтра эта сборная прилетает из Дюссельдорфа в 23 Шереметьево-2. И мы все приглашаем, не только нас, журналисты, приглашаем обычных болельщиков. Кто может приехать и встретить сборную, потому что то, что сделали эти люди для нашей страны, это Сергей Пряткин, советник президента Российского футбольного союза, Игорь Владимиров, представитель пресс-службы РФС на этом отборочном, прошу прощения, на этом финальном турнире, переводчица нашей сборной. Спасибо, аплодирует Колыванов. И как сейчас ему благодарны его коллеги, те, которые в России болели за него. И назову игроков, те, кто играл, те, кто был на замене. Вратари Роман Савенков и Евгений Помазан. Защитники Сергей Морозов, Виталий Мутко спустился вниз. Артем Самсонов, Антон Власов, Роман Амирханов. Полузащитники Александр Сапета, Вадим Гаглоев, Семен Фомин, Игорь Горбатенко, Ян Бобровский, Павел Мочалин, Амир Кашиев, Денис Щербак и нападающие. Евгений Каратаев, Александр Прудников, Дмитрий Рыжов. И Александр Маренич. Появляется российский флаг на газоне и в руках Евгения Помазана, нашего голкипера, который заслуживает того, чтобы быть признанным одной из главных звезд этого турнира. И соблюдает фэйрплей Игорь Колыванов. Получает поздравления от своего коллеги Кубадова, которому тяжело. В эту минуту тяжелее, может быть, чем кому-либо из всех, кто принимал участие в этом турнире. Проиграть в финале, наверное, это обидно. Но чехи тоже молодцы, никто на них не ставил. То, что они завоевали серебро, это счастье. Ну и бегут наши игроки сейчас к своим болельщикам, к тем людям, которые болели за нашу команду на этом турнире.
Дай бог, чтобы мы не потеряли этих игроков. Сейчас совершенно бесполезно и бессмысленно предсказывать их будущее. Какое оно будет, не скажет, наверное, никто. Но то, что оно победное уже сейчас, то, что у них такое настоящее, это Берта Забелина в объятиях Юрия Смирнова, руководитель департамента ИМ. Берту Григорьевну знают все, кто имеет какое отношение к детскому футболу в нашей стране. Сколько она турниров проводит, сколько она ездит с нашими командами. Поздравляют Вадима Никонова, Виталий Мутко, Вадим Станиславович. Как зараза.